fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring has like on a Jupiter, Mars. In other words, hold my hand. In other words, please, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship in a dome. In other words, please be true. In other words, I love you. 12 декабря свой день рождения отмечал Фрэнсис Альберт Синатра. Он получил немало прозвищ. И Фрэнки, и голос, и мистер голубые глаза. И прославился на весь мир. Я продолжу про него рассказывать, но только после того, как допою песню. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship in a dome. In other words, please be true. Слушай, ну, Фрэнк Синатра, конечно. Просто можно я поаплодирую, по-другому не получается. Ну, смотри, вот на самом деле я рассказал, что всемирно известный, конечно же, певец и актер Фрэнк Синатра, этой славы могло ведь и не случиться, потому что появившийся на свет Фрэнк был настолько бледен, что доктор решил, что малыш родился мертвым. Да, и даже он оставил его просто на столе, переключился на мать, что-то с ней разговаривал. И только бабушка, находившаяся рядом с малышом, решила проверить, все ли в порядке с ним. Она опустила его в холодную воду и услышала первый крик новорожденного. Представляешь? А доктор сказал: все, до свидания. В юношеском возрасте Фрэнк увлекся музыкой, он использовал свои навыки на игре на маленькой гавайской гитаре, на укулеле он играл, чтобы зарабатывать карманные деньги. Из-за прогулов и плохой успеваемости юный Синатра был отчислен из школы. Вот так вот. В юности за Синатрой закрепился имидж плохого парня, после того, как в прессу попала его фотография из полицейского участка. Было ли это сделано намеренно? Вот эта история умалчивает. Но с тех пор Фрэнка арестовывали дважды. За полвека своей творческой деятельности певец записал больше сотни хитовых композиций. Фрэнк исполнял песни Гершвина, Портера, Берлинга, других известных композиторов своего времени. При жизни певца было выпущено около 60 альбомов с его вокалом. 60 альбомов. Певец был 4 раза официально женат. Его личная жизнь была длительное время объектом пристального внимания журналистов, что привело к разводу Фрэнка с его первой женой. Фрэнк был женат на актрисах Ави Гарднер, Мия Фэрроу. Ему приписывают романы с Джиной Лоло Бриджидой, Ширли Маклейн, Донной Рид. Но последней супругой певца стала Барбара Маркс, с которой он прожил 22 года вплоть до своей смерти. Синатру считают единственным певцом, который в старости смог повторить успех своих молодых лет. Одну из самых известных композиций «Нью-Йорк, Нью-Йорк» «It's up to you, Нью-Йорк, Нью-Йорк» он исполнил в 79-м году, когда ему уже было 64 года. Ну что ж, давайте вспомним замечательного певца и послушаем его композиции. Фрэнки Синатра. Вот такой сегодня персонаж, герой рубрики «Культ массовый сектор».